Новая выставка, которая открылась в Доме музея Владимира Ильича Ленина, представляет одну улицу глазами современного человека. Ее автор – художница, журналист, культуролог, ведущая мастер-классов по рисованию Юлия Узрютова. Работы, вошедшие в экспозицию, являются частью большого авторского проекта «Истории старого города». Сама Юлия не присутствовала на открытии, но прислала видеопрезентацию. Рисую я с детства, в основном это пейзажи, городские зарисовки, пленэры как в Ульяновске, так и за городом, так и в различных странах, где я бываю. Сегодня я вас приглашаю на выставку, посвященную одной улице города Ульяновска. Это одна из самых старых улиц Симбирска, Московская Ленина. В акварельных скетчах Юлии Узрютовой вы увидите московскую улицу с ее старинными деревянными домиками и каменными особняками. Ее современный вид теперь уже улицы Ленина со сталинками и домами более позднего времени. Здесь и знакомые цветочные киоски на перекрестке с улицы Гончарова и трамвая. Если присмотреться, то можно заметить, что у каждого дома свой характер, раскрывающийся в деталях, изящной резьбе, интересных крышах, калитках, воротах и фасадах, которые хочется рассматривать. Художница очень четко все прорисовывает, раз. Ей близок город, она любит его, она хорошо всматривается во все эти здания. Второе, здесь очень хорошо передан цвет, игра цвета, вот этого вот колора очень хорошо. И, в общем-то, ну, на самом деле это дар, конечно, это способность видеть все, замечать и вот эти вот мелкие детали воспроизводить. Выставку удачно дополняют открытки с видами улиц Московской и Ленина из фондов Ленинского мемориала. Работы художницы представлены в выставочном зале Дома музея Ленина до 16 марта. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.